小城，我们来啦！Не верится, чтобы 16 лет назад такое здание могли построить. Но чё? 鸟巢。鸟巢。Но чё? 鸟鸟巢。鸟巢。Я раньше по телевизору только смотрела, наблюдала за Олимпиадой в Пекине. А теперь вот воочию пришла сюда посмотреть. На самом деле такое большое, красивое здание светится прям. Весь это стадион. А, мы тоже первый раз. Тут поближе подойти, еще красивее. И вот не верится, чтобы 16 лет назад такое здание могли построить. Раньше я по телевизору только смотрела там. Мечтала, конечно, попасть, посмотреть на все это великолепие. Вот, теперь ваши мечты осуществились. Да. Спасибо вам большое, что меня пригласили посмотреть на все это. Я очень рада. Вы рады? Это для нас самое большое счастье. Да, очень рада. Вы рады, и мы рады. А как это называется? Стадион, да? Няочао. Ноучоу? Няочао. Ноучоу? Няочао. 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 А, няочао. Няочао. Значит, это дом птицы. Дом птицы? Ага. Гнездо? Гнездо, ага. Понятно. Похоже? Ну, теперь похоже, да. Как сказал, так теперь понятно. Ага, да. Гнездо. Это еще стадион такой большой, красивый, современный. Как-то я хорошо сочетаюсь тут. Синее с голубым, зины тоже. Голубая футболка с этим зданием. Как специально. Там голубой вообще тоже, наверное. Какой стадион? Может, бассейн какой-то? Да, вы как угадали? Ну, как-то так сразу ассоциация у меня с бассейном возникла. Да. Да. Камушки, да? Да, камушки. Синий цвет, аквамарин. Да. Дает ассоциацию, что там бассейн, и там плавают. Неужели это 16 лет тому назад такое построили? Такое здание современное, кажется, вот года 3-4, может быть, назад, да? Ага, да. Удивительно, удивительно. Там雪绒绒。还有雪绒绒呢。Обязательно тоже. Мама,快来看。有冰墩墩和雪绒绒。冰墩墩。Много冰墩墩。这个是啥？这个。这个。那也是马。这是咱们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 咱симбиоз. Два в одном. Да. 这是叫龙墩墩，不叫冰墩，叫龙墩墩。没听说过。Ой, посмотрите, какая высокая башня. А для чего она? На время для красоты, я думаю. Для красоты. Дезина, посмотрите, тут русский магазин. Да? Неужели в таком месте открыли русский магазин? Ага. Удивительно. Жалко, они уже... Девочки, так же нельзя. 好可惜，我们累歪了。下次我们一定最大累。本来我们想进去逛一逛，但是太晚了。我们该回家休息。下期视频见，拜拜。安娜，又在拍照。这期视频到此结束，请大家留下欢迎小助手投币，咱们下期视频再见，拜了个拜，拜拜。